Петров пост в 2018 году. Календарь питания по дням. Петров пост – это значимое время для каждого православного верующего. Чтобы соблюсти все правила данного поста, мы подготовили для вас календарь питания по дням недели. Апостольский пост в 2018 году начнется 4 июня и продлится 28 дней, как и всегда, до 11 июля. Петров или Апостольский пост – это период, когда все верующие христиане чтят традиции и соблюдают определенные правила, дабы очистить души и покаяться. Помимо чтения молитв и посещения храма, во время поста необходимо соблюдать особую диету, которая исключает из привычного рациона множество продуктов. Итак, календарь питания по дням недели. Петров пост имеет некоторые отличия от Великого поста, так как не является столь строгим, но так или иначе имеет свои ограничения в пище. Например, от любого вида мяса необходимо ограничиться, за исключением рыбы, в некоторые дни. Итак, понедельник. В понедельник православным верующим можно есть сухофрукты, вареные овощи, грибы и злаки. Воду разрешается пить в любом количестве, только раз за день можно съесть немного хлеба и выпечки. Вторник. Во вторник не воспрещается готовить рыбу в любом виде, можно даже выпить немного красного вина. Разрешено есть крупы, растения бобовых культур. Желательно включить в рацион немного орехов и меда. Среда. В среду разрешается вкушать исключительно овощи и ягоды, но только в сыром виде. Не запрещается съесть кусочек хлеба и добавить в салат немного масла. Четверг. В четверг можно есть продукты растительного происхождения, крупы различных культур, выпечку, грибы, овощи, рыбу и немного вина. Пятница. В пятницу стоит обойтись лишь сырыми овощами и один раз в день сухофруктами. Можно сделать небольшое исключение для небольшой порции орехов. Суббота и воскресенье. В субботу и воскресенье по традиции обычно готовится особое блюдо в честь празднования Дня Петра и Павла. Это пироги из рыбы. Не воспрещается подавать к столу овощи, постные блинчики, различные каши с маслом и небольшое количество вина. Петров пост – это время очищения от негатива, зла и грехов. Истинно верующие христиане соблюдают все правила поста, особенно что касается еды. Постарайтесь воздержаться от пагубных привычек. Делайте добро окружающим. Усердно молитесь и помните об ограничениях в пище. Мы желаем вам счастья и любви. С вами был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас постоянно выходят новые и интересные видео. А чтобы получать оповещение о том, что на канале вышло новое видео, включите оповещение, нажав на колокольчик рядом с кнопкой «Подписаться». С вами был канал «Эзотерика для тебя». До новых встреч, друзья!